Он, наверное, выглядит как дьявол. О, да! Слушайте, здесь только, я не знаю, эти шестиугольной звезды не хватает. Да, он какой-то вообще дикий. Абсолютно дикий. Ну-ка. Испорчу-ка я ему жизнь. Не, я ничего против тебя не имею. Я просто испытываю твой дробовик. Не надо было мне его давать. Вот и все. Я думаю, так как-то поуютнее. Особенно эти какеши на земле. Доставляет ни с чем несопоставимое удовольствие. Так, что за глюки? Что за глюки? Это глюки или не глюки, или это просто отсутствует? Так, это просто отсутствует. Я ж испугался. Думал, невидимая стенка. Ладно, сейчас поедем выполнять какое-нибудь дополнительное задание еще раз. Хотя им становится все запутаннее и запутаннее. В плане, я не знаю, взятия и выполнения. Я до сих пор не понимаю, что там было связано. Вот. Абсолютное спокойствие. Едкие пещеры. Найти данные о происхождении кристаллисков. Откуда я это вообще взял? Хрен поймешь. Так, я ж в песках, правильно, да? Найти Карсона нам нужно. Окей, попробуем это сделать. Главное опять не улететь куда-нибудь. Ага, Карсон совсем недалеко. Буквально два шага. Тут какая-то деревенька, которую я еще не исследовал. А, нет, исследовал. Я ж вот по этой штуке, по-моему, туда залетал, а может быть и нет. Да, вот по этой штуке туда и надо залетать. Получи! Не, все-таки вот, было бы очень хорошо, если одну хорошую идею рейджа они взяли все-таки на вооружение и внесли в Borderlands в виде улучшения тачек. Там, покупки им брони, движков, оружия, т.д. и т.п. А не только от окраски и то. Это находится или приобретается в квестах, а не покупается. Можно было бы немножко сплагиатить, раз рейдж сплагиатил немножко в Borderlands. Можно было сплагиатить и у них. А для игры это пошло бы на пользу. Все-таки это ж больше RPG, нежели рейдж. Поэтому... Почему бы и нет? Да блин, они меня сейчас реально... Так, ага. Это интересно. Я сейчас возьму их тачку, насколько я понимаю. Нет, не насколько я не понимаю. Пора взять какой-нибудь другой дробовик. Я плохо понимаю, как он работает. Чем он стреляет, каким раком. И никак не могу привыкнуть к тому, что надо в кого-нибудь целиться, когда перезаряжаешь. Да получи! Сейчас дробовиком убью, кинув их в него. Да получи! Это абсурд! На, почти попал. Иди сюда. Иди, гад, сюда. Я кинул в них тропыком. А то разлетались тут, открыл я ачивку.
Надо будет посмотреть, что это за ачивка. Неужто ачивка специально для этого дробовика предназначена, чтобы убить их именно гранатным дробовиком? Я просто кинул в пилота дробовик. Это шедеврально. За это уже можно любить игру. Ну а если серьезно, как все-таки попасть мне наверх? Давайте возьму тачку, потому что без нее как-то не катит. Надо найти сюда путь, вход. А это не так уж просто, как кажется. Залететь туда, не залететь. Что-то я как-то... Ой. Да, залететь. Вот. Погнали. Сейчас опять кончится нитро. Слишком я долго на этот раз тупил насчет того, как сюда попасть. Что-то почему-то пропустил этот подъем. Да мне плевать, я даже не буду попадать. Я буду просто кидаться дробашом. Это просто супер круто. Да получи по башке. Ты тоже получи по башке. Я буду бесконечно это делать. Где тут вход в другую локацию? Тоже получи по башке. Ты просто так не захотел умирать. Ты сам нарвался на то, чтобы я тебя просто пристрелил. Так. Забор способен нас остановить. Вот у нас есть гранатомет, куча дробовиков, взрывающихся. От того, что их перезаряжаю. О, стрелять-то нечем. Дожили. Он, видать, несколько патронов, что ли, выстреливает за раз. Я даже это как-то не учел. Я решил попонтоваться, но я, в принципе, попонтовался. Мне это нормально. Никаких претензий не имею. К тому, что боеприпасы закончились. Главное, понт. По крайней мере, в игре. Стиль. Типа такого. Получи по полде. Клинком. Так, мы получили уровень. Да господи, облепили меня, конечно. Зарядись, пацанчик. И вы тоже, пожалуй, зарядитесь немножечко. А я пока заряжу щиты. Я заряжаюсь по-своему. Что-то как-то не очень. Да ё-моё. Странно, здесь же вроде было солнце или что? Я что-то здесь солнце-то не видел, а здесь видел только спутник. И это как-то странно. В первом было, по-моему. А здесь чего-то нету. Так, кто-то хочет смерти. Здесь, понятное дело, я уже лута не найду нормального, так что можно даже не смотреть. Дальше. Опять десантники прилетят сейчас. Так. Опять на крыше карлик зажигает, я так понимаю. Нет, его здесь нету. Странно, где он тогда орал?
Я еще раз повторяю, сейчас дробовик кину, гад. Сейчас ведь кину. Я не шучу. Черт, почти. Я просто машинально нажимаю на перезарядку для того, чтобы просто перезарядиться, а не кинуть что-то в кого-то. Иди сюда. Меня уже боятся просто. Эти перцы. Иди сюда. Есть! Или нет? Показалось, что попал, но... слишком далеко. У него тайминг, он взрывается по таймингу. Иди сюда! Догоню, гад! Черт, я сейчас сдохну, господа. Да, я действительно сдох. Понтовался и решил отдать концы. Как-то я не рассчитал. Я просто не вижу, что у меня там со здоровьем. Микрофон заслоняет. Всю рожу микрофон заслоняет. 1200 баксов за фонд. Ну и плевать. Все равно их я никуда не потратил бы. Надо все-таки что-нибудь... не знаю, кроме дробовика взять. Да ё-моё, все время забываю. А он тратит патрон, когда я так делаю? Да, он, наверное, тратит всю обойму. И сила зависит от того, сила взрыва от того, сколько патронов в обойме оставалось. Так, пацанчики. Все, шутки кончились. Я заплатил за вас 1200 баксов. Придется мне игнорировать теперь все развлечения. Я погулял на 1200 баксов. Давай вылезай оттуда, чё ты там? Иди сюда. Я говорю вам, идите сюда. Оу, чё-то я под обстрелом. Малость самую. Кровь, кишки и садомия. И тормоза. Как следствие. Ай-яй-яй, да почему опять начинает тормозить-то, непонятно. Так, давайте исследуем какой-нибудь скилл свой новый. Урон при стрельбе. При борьбе за жизнь. Так. Уничтожая врага, вы значительно хотя... понятно. Неинтересно все это, господа. Повышать точность сабли. Я бы хотел вот это вот изучить, но до этого мне еще переть и переть, сами понимаете. А почему не следовалось дальше? Почему не открылось? Я, конечно, понимаю, что там два скиллпоинта, это потому что у меня модификатор класса и все такое прочее, но это нечестно как-то. Я думал, сейчас открою. И открою. А не открыл. Я просто очень хочу. Систему залпового огня на этот. На свою турель. Да иди сюда, заколебали летуны. Что-то вы какие-то обнаглевшие стали. Совсем страх потеряли, да? Сейчас посмотрим. То есть должен бояться. И кого здесь нужно бояться? Кислотой пуляет, засранец, сидящий на этом. На этой этажерке. Так, минус двое. Скидываем балласт, да, пацанчики? Еще один выстрел. Отлично.